Даже в моей книге, вот этой «Забытый рецепт», написано: идеального, единого способа удалить все пятна существующие не бывает, потому что природа пятен разная, поэтому к разным пятнам разный подход. Всем привет! Сегодня опять буду отстирывать пятна от белого. Но в первую очередь это будет относиться к белому медицинскому халату. Как я стираю медицинские халаты? Автоматически все остальное белое. На халате нету пятен, но как его дезинфицировать, когда вы после работы приносите его домой? Белые полотенца у меня на кухне. Вот они такие грязные, я вытираю руки ими. Но здесь все органические пятна. И это не старые пятна, это те пятна, которые приобрела тряпочка эта на кухне. Свежие пятна. У меня изначально очень чистые полотенца. Вот эти пятна. Это не застарелые пятна, это свежие пятна. Но сюда подойдут и застарелые пятна. Сейчас покажу. Вот. Вот футболка. И она вот в таких пятнах. Она постиранная и чистая, но в пятнах. Пятна. Пятна. Тоже белая футболка с лайкрой подмышки. И белая футболка просто грязная, вот так вот здесь. Горло желтое прямо, она не белая, а желтая. Тоже в таких каких-то пятнах. Ну, в общем-то, не белая, да? Теплая вода из-под крана. Ну, вот я опускаю. Градусов, я не знаю, больше, чем 36. Марганец. Одна лопаточка. Марганец – это дезинфицирующий раствор. Так, он один цвет. Сейчас покажу, какой будет в прозрачном стакане. Вот такой розовенький цвет. И вот в такой тепленький раствор я опускаю полотенце. Не мыло, ничего. Просто в этот раствор. Вот такая розовая милота у меня. Халатик туда же идет медицинский. Кстати, если надо убрать пятна, запах духов, или перекись водорода, или марганец. Обращайте внимание, цвет меняется. Какие-то белые вещи становятся более рыженькими. Полотенчики стали рыженькими. Я этого не боюсь. У меня так должно быть. Осталось полотенце. И оставляю. Вот прошло буквально 15 минут. От розового цвета ничего не осталось. Какие-то полотенца стали более бурыми. Какие-то вещи стали, ну, такие какие-то, приобрели оттенок. Что-то осталось непокрашенным. Все это оставляю в теплом растворе. Этот рецепт я взяла из книги «Забытых рецептов», энциклопедия «Забытых рецептов». Органические пятна удаляют. Вот полежали вещи мои в воде. Вода полностью стала белая. Она еще не остыла, но вот час прошел где-то. Лимонная кислота 25 грамм, 2 столовые ложки. Не используйте дешевую лимонную кислоту, покупайте такого средней цены, потому что когда дешевая лимонная кислота, она не работает так, как надо. Вот положила один пакетик 25 грамм лимонной кислоты, перемешала все, чтобы на все ткани попала эта лимонная кислота. И вот сразу реакция пошла, все беленькое уже. Но порой лимонная кислота бывает не такая сильная, какая-то нет. Я всегда добавляю чуть больше, чем положено. Вот я не знаю, здесь у меня литров 7 воды, 8. Я добавляю 2 по 25, 2 пакетика. И оставляю на ночь. Также опять все это ворочаю. Не переживайте, что вы потратили 2 пакетика лимонной кислоты. Вещи будут белоснежные. Потом эту воду еще можно использовать много-много раз. Вот эту с лимонной кислотой.
Но сейчас пятна все уйдут. Вот у меня полежали полотенца белоснежные. Потом только простерну. Оставляю на ночь. Полежало мое белье в лимонной кислоте. Отжимаю и в стиралку. Простираться обязательно. Пересматриваю все белье. Если где-то остались какие-то пятнышки, просто включаю и подогреваю раствор. Подогрелось белое белье. Просто нагретый раствор. Кстати, этот раствор удаляет ржавчину. Для стирки использую порошок, который убивает бактерии. Корейский бисфосфатный. Все это делаю из-за того, что я его продезинфицировала. Вещи все, которые были в марганце, они прошли дезинфекцию. Пятна все ушли. Теперь мне просто постирать. Мне достаточно 30 градусов. Просто смыть общую грязь, которая, в общем-то, уже растворилась. Закончилась стирка. Белоснежное белье. Так я стираю медицинские халаты, в первую очередь, чтобы убить все микробы на них. Нижнее белье подходит, полотенца, футболки. Но этот способ подходит, опять же, для свежих пятен. Застарелые пятна не все удалятся таким способом. Для застарелых пятен нужно подогревать лимонную кислоту. Мои халаты всегда белоснежные. Теперь смотрим полотенца. Чистенькие, беленькие. Теперь футболка белая, никаких пятен. Следующая футболка, которая была вся в пятнышках, белоснежная. И эта рубашечка белоснежная. Полотенчика чистенькая. Ну что, всем пока. До новых видео.